Один из поставщиков тепла и горячей воды в городе, предприятие «Сарапул Теплоэнерго», начало подготовку к новому отопительному сезону, еще не завершив прошлый. В апреле мы начали проводить тендеры и конкурсные процедуры на закупку материалов. И те работы, которые уже можно было начать параллельно на работающем оборудовании. Во всех 15 газовых котельных предприятия будут проводиться различные виды работ. К примеру, в котлах старого образца пройдет замена и прочистка труб. Каждый сезон, как мы начинаем, значит, заканчиваем отопительный сезон и как бы приступаем к ревизии котлов, насосов, в общем, ну, всего оборудования. Пройдут поверку и почти 2000 контрольно-измерительных приборов. Каждый датчик лаборанты проверяют вручную. Подвергнется опрессовке и каждая задвижка, которую планируется установить на обслуживаемые предприятием сети. Мы опрессовывали запорную арматуру, чтобы убедиться в 100% готовности к установке в тепловых камерах. Хотя они имеют паспорт готовности, паспорт опрессовки, но мы еще перепроверяемся, чтобы было уже без эксцессов. Запланированы в котельных текущие капитальные ремонтные работы. Всего на подготовку к отопительному периоду и монтаж, реконструкцию объектов планируется израсходовать примерно 30 миллионов рублей. Наиболее крупные работы, которые будут выполнены в этом году, это монтаж 3 новых котлов, замена дымовой трубы в котельной Азина 17В, капитальный ремонт и реконструкция примерно 1,5 километра тепловых сетей. Уже с 25 мая предприятие приступит к гидравлическим испытаниям и промывке наружных тепловых сетей. На обслуживании «Сарапул Теплоэнерго» 200 зданий. Вторая ресурсоснабжающая организация, работающая в городе, Губахинская энергетическая компания, обслуживает более 300 жилых домов. Проведение работ и гидравлических испытаний она запланировала на лето.